досі покрита таємницею. Вчені кивають то в бік Китаю, то в бік Єгипту. І хоча млинці в тому чи іншому образі відомі багатьом народам, класичний дріжджовий млинець слов'яни можуть з повним правом вважати своїм національним надбанням. Ну а у Франції існує традиція, за якою, якщо загадати бажання при перегортанні саме того млинця, тримаючи, просто неймовірно, тримаючи при цьому однією рукою ручку пательні, іншою рукою тримаючи монетку, то бажання здійсниться, і ви влаштуєтесь на роботу в цирк Кобзон. Я просто уявляю, як це можна робити, перегортаючи. Ну, бажання збутися, от про що йде мова. Найбільший у світі млинець був діаметром 15 метрів, товщиною 2,5 сантиметри і важив 3 тонни. От такий рекорд був встановлений у серпні ще 2004 року. Я розумію, до чого це. Це просто якась теща дуже полюбляє свого просто синочка. А, так, це зять так хотів доходити тещі. Ні, до тещі ж ходимо, правильно? У середу до зяття, а у п'ятницю до тещі. А, п'ятниця, у нас п'ятниця сьомої, хоча ще й не розпочалася той тиждень, все ж таки. Ходіть до тещі. Ну а що ж, а в Англії у грішний вівторок влаштовуються млинцеві гонки. Отак от, коли величезна кількість народу змагається в бігу на ходу, підкидуючи млинці на пательні. Ну а перше таке змагання відбулося ще у 1445 році. Не знаю суть змагання, хто перемагає, хто добіжить першим, мабуть що. Але цікаво, я думаю, весело було б і на вулицях Херсона таке спостерігати. А ще й підкидуючи до гори, нове змагання. І монетку. Монетку підкидуючи, і млинця до гори, це ще все кусаючи це і бігаючи при цьому. Прикинь, усе змагання оце там придумав. Ну, взагалі там млинці на масляну можуть бути різними, ви зрозуміли. І прісні, і солодкі, і з начинкою, і дріжджові, та інші. Борошно для таких млинців дозволяється вибирати найрізноманітніше – гречане, вівсяне, просяне, ячмінне, пшеничне, горохове тощо. Є різні рецепти приготування. За якими рецептами готує млинці наша наступна гостя, дізнаємось вже зараз. Зараз буде смачно. Йдемо. Вітайте нашу ранкову гостю. До нас завітала Любов Чуланова, методист Херсонського державного будинку художньої творчості. А ще, виявляється, Любов Костянтинівна дуже смачно вміє готувати млинці. Робить це віртуозно, з різними начинками і у різних формах вона це робить. Доброго вам ранку. Доброго утра. Ну що ж, млинці ми бачимо, і бачимо те, що можна начинку робити будь-яку. І солодку, і м'ясну. Розказуйте, які бувають? Блини взагалі бувають різні. І рецептів дуже-очень багато. Ви правильно сказали, вони бувають різні. Ну ви забули додати, що і шоколадні бувають блінчики. І навіть бувають вони, як зебра, різноцвітні. Але сьогодні, в кожній сім'ї, испокон веков мы привыкли делать рецепт по рецепту наших бабушек. Это или на воде, или на молоке, или на кефирчике. Ну, еще закваску берут. Ну, ви знаєте, ідеальний рецепт приготування млинців, щоб вони були і смачні, і не пригорали. Ну, не знаю, ідеальний він чи ні, але ще моя мама готувала блини по рецепту. 4 яйця ми беремо на літр молока, 750 грамм муки, то есть это где-то примерно 3 стаканчика, щепотка соли, чайная ложечка сахара. Все это аккуратненько перемешивается. На небольшом количестве молока замешивается тесто, которое похоже на густую сметанку. Размешиваются все комочки, а потом туда доливается молочко. И маленький секрет – это столовая ложечка растительного масла. І власне, аби не пригорали. Поки блини не пригорали. Ну, а у мене не знаю, що буде далі. От цікавість, пані Любов, чи дійсно перший млинець всегда комом, особливо, якщо це у вас сковородка не блинниця, но даже на хорошей старой чугунной сковородочке, проверенной веками, первый блин, если сковородка не разогрелась,
точно буде кому. Я зараз уявив, як це б сказала б Білосніжка, готуючи млинці, перший блін гномам. Да, точно, точно, наверное, так. А ви знаєте, взагалі, откуда пошло слово масленица? От чому неділя називається масляний? Потому что еще до христианских времен была неделя, когда прощались, проводился праздник прощания зимой и встречи весны. И уже после вступления в христианство эта неделя стала совпадать с неделей перед Великим постом. И именно в это время разрешалось кушать масло, молоко и рыбу. Вот и стала она называться масленица. Тоже млинці мать бути на молоці. До речі, вода чи молоко? И масло. Ну, вы знаете, некоторые любят делать блины на воде. Некоторые любят на молоке. Некоторые делают даже на минеральной воде средней газованности. На пиве делают. То есть делают самые разнообразные блины. Но я все время делаю блины на молоке. Ну что ж, теперь переходим до найцікавішого, до начинок, так? Ну да, начинки могут быть самые разнообразные. Творог с изюмчиком. Если вы после того, как завернете блинчик и захотите его обжарить еще, чтобы он хрустящей корочкой у вас был, такой красивый. Вот наши вот такие роботы. Да. То тогда... Это неимоверно важко уже стоять и поруч. То тогда в эту творожную массу, которую вы приготовили с изюмчиком, обязательно надо добавить яичко. И тогда начинка будет, она схватится немножечко, она не будет рассыпаться, будет очень вкусно. Но если вы не будете блинчик обжаривать, то тогда яичко класть не надо, потому что с сырым яйцом у вас блинчики испортятся быстрее, чем вы успеете их съесть. Хотя, надеюсь, блинчики, они не успевают испортиться, их всегда быстро съедают. Есть начинка из мяса. Раньше все время как-то делали начинку для блинов из мяса, которое, ну, в виде фарша. Все-таки лучше, когда мясо мы режем мелко-мелко-мелко. Оно тогда сохраняет свою сочность. Блинчик будет, начинка будет сочной. Вы будете кусать блинчик и чувствовать всю его прелесть, какой он вкусный, как он у вас там прям тает во рту. Любов Костянтинівна, треба у рекламі треба зніматися. Так, розповідати про млинці треба вміти. Ну, я бачу, що вміють. Блинчики бывают очень с разной начинкой. Они бывают с повидлом, с вареньем, с красной икрой. Красная икра – это вообще считалось самым классическим вариантом для блинов. Особенно в древние времена, ну, не такие в древние, уже в христианстве встречали Новый год, когда то на столе обязательно были блины с красной икрой. Это вот было такие вот были часы. Да, представляете, да. Ну, а теперь даже баклажановые иногда в редко. Ничего страшного, заморская баклажан. Вот. Ну, конечно, начинка с грибами. Начинка может быть с рыбой, без сметаны. Даже если нет начинки, но на столе есть сметана, это уже праздник души. Это уже одно удовольствие кушать блинчики, правильно? Ну, не дарма ж кажуть, хай вам кожен день буде, як котові маслина. Да, вы понимаете еще, в чем дело? Ведь наверняка каждый из вас по выходным, ну, чаще по выходным, чем каждый день, мамы-то у нас работали всегда, просыпался от запаха пекущихся на кухне блинов. И уже никакой начинки не надо было. Нужна была или мед, или сметана, и блинчик, все. І вже був щасливий день. Так, ну, власне, Любов Костянтинівна не лише погодилася нам розповісти про начинки, з якими вона їх робить зазвичай, але і показати способи, як же згорнути млинці, щоб вони виглядали привабливо на столі. Ну, я знаю, ну, в принципі, способів завернути блін дуже багато. Ну, от такі найпростіші 5 варіантів, які я вам зараз покажу, вони, в принципі, їх можна легко використовувати на будь-якій кухні, будь-якій хазяйці і дуже красиво накрити свій стіл при прийому гостей. А ви знаєте, взагалі, що от ви немножечко розказали, от зараз перший блінчик у нас з вами буде з творожної маси, яку тут я приготовила. У меня здесь есть ножичек, мы сейчас поправим их, расправим, чтобы было удобно нам делать. А вы знаете, вот первый день, вы правильно сказали, первый день масленицы, он непростой. В этот день женщинам замужним не разрешалось ничего делать на кухне и по дому. Да, они в этот день шли в корчму,
чтобы выпить чарочку, попеть, потанцевать, повеселиться. Но если к ним, да, хотел присоединиться мужчина, ему одевали на ноги деревянные кандалы, и пока он всей компании не выставит Магарыч, кандалы не снимали. Вот был праздник. А во вторник, да, во вторник мужчины готовили еду, готовили блины, строили снежные горки. Вы правильно сказали, устраивали саночные съезды на них, и кто дальше проедет, у того обязательно будет успешный год, и он обязательно разбогатеет. Якщо б... Вот у нас получилась первая трубочка. Мы можем сделать начиночки побольше. И у нас... Срочняком снегу нам. И получается у нас трубочка. Эту трубочку просто подать, не очень интересно, да? Ее можно подать, разрезав, сделав вот такой красивенький разрезик. Тут у нас немножечко сейчас... Ну, я волнуюсь, вы же понимаете. Это же все-таки телевизор. Вот. Такой маленький разрезик. Вот так мы его выложим красивенько. Можно выложить цветочком на тарелочку, и у вас будет... Очень красиво. Здесь можно положить кучечку. Да. Положить ложечку сметанки. Ну, все бывает. Мы же сейчас на кухне находимся. И будет у нас с вами представлено красивое блюдо, которым можно накормить всю семью и сделать завтрак. Это один способ, да? Мы закручиваем с вами трубочки. Второй способ, который мы с вами можем сделать, это свернуть подарочный конвертик. Мы возьмем сейчас мяско, которое у нас здесь приготовлено. Это тещий подарок від зятя. Да. Я уявила. А вот, кстати, к теще на блины зять... Ты хочешь, чтобы я зараз активизовал увагу, да? К теще на блины зять приходил в среду. В п'ятницю вже є час навчитися. А називався этот день не просто, он називався Зноба-баба. То есть это видно, все-таки так тещу звали раньше. И вот в этот день теща угощала зятя блинами. Да. В четверг вся семья собиралась за столом, и кто у них устраивалось соревнование, кто больше съест блинов. Угу. Ну, это хорошее замагание, в принципе. А кто больше съест блинов. Вот у нас получился конвертик небольшой такой, ну, красивенький. Мы его сейчас празднично завяжем. Для цього використовуємо цибулину, так? Молоду, да. Так. А можно использовать сыр сулугуни. Тоже очень хорошо. Кстати, вот лук может порваться, а вот сыр не порвется. Петрушка, укроп подойдет, не? Ну, петрушка, укроп нет. Там все-таки стебелечки, они достаточно такие твердые. А вот лук, он у нас помягче, особенно если он молоденький. И чуть-чуть его срезать и дать ему немножечко полежать, чтобы он так, знаете, немножко как бы привял. Да. То будет вообще хорошо. Вот такой с бантиком мы можем его тоже... отправить на нашу праздничную тарелочку. Вот такой подарочек мы можем утром своим дорогим, любимым членам семьи на завтрак приготовить. И тоже отправляем его в нашу тарелочку. Это вот еще один, да, способ заворачивать. Ну, один, конечно, способ. Это самый-самый простой, который в каждой семье используют. Это обычными такими... прямоугольничками, ну, тоже типа конвертика, да? Давайте мы его сделаем, наверное, с вами вот с грибами. Мясо и грибы можно одной ложечкой положить, ничего страшного. Грибы хорошо, конечно, обжарить. Можно обжарить, как вы делаете, на жульенчик, со сметаночкой немножко добавить, морковочки, лучок. То есть тут, конечно, уже разнообразные вкусы, какие у вас есть. Ну так вот, а вот в пятницу теща приходила к зятю на блины, зять кормил тещу, а после этого он катал ее на санях по улицам. А можно вот из останнего початку? И если теща любимая, он катал ее по ровной, хорошей улице, а если теща злая,
Если он ее не любил, так он ее катал по всем ухабам. Оце зараз зовсім застаннього почати да, треба. Да, угу. Да, по всем ухабам. Это было чуткую я теж, якщо ти чуєш, обов'язково всі ці традиції ми зробимо. Але ну, почнемо, звісно, з першого любиш пункту. Ну, звісно, хто не любить. Ну, ми це перевіримо, як те ще зустрічатиме зятя. Класичний блінчик, який в кожній сім'ї у нас з вами є. Так. Его тоже хорошо обжарить с двух сторон, вот как раз туда, если мы кладем творожок, мы обязательно добавляем с вами яичко, обжариваем, и получается хорошо. Сейчас я вам покажу такой вариант, который уже пришел к нам, ну, скажем так, в наше время, да? Мы не будем резать блинчик, они у нас тоненькие, красивые, мы сделаем вот таким вот образом, складываем пополам. А вы знаете, а в субботу это уже был непростой день. В субботу были заловкины посиделки, и в гости приходили родственники мужа. И вот здесь заловка должна была постараться, должна была всех удивить, накормить, приголубить. Это был ее вечер. Ні, це був вечір родичів чиї чоловіка. В принципі, вона себе презентувала. Кльовий і від цього залежало дуже багато. Ви знаєте, зараз в останнє час в ресторанах, в кафе подають блинчики, вони сильно не заморачиваются тем, чтобы их закрутить, там что-то сделать, да? Они делают вот таким вот образом. Они складывают блинчик, делают вкладывают начиночку горочкой побольше, покрасивее, чтобы была горочка такая большая, начиночки должно быть много, очень много. Это вы правильно зараз скажете. Да. Это всем бы ресторанам. Получается такая горочка, здесь можно добавить зелени, выкладывается этот блинчик на тарелочку, допустим, вот три блинчика, а посередине кладется сметанка. И получается такая красивый, такой красивый цветочек, который приятно скушать. Лен, ну дивись, так. Неймовірно багато способів завертання млинців, неймовірно багато оцих начинок. Так, я зрозумів для себе, що таке лаваш. Це млинець, який не отримався, от. Ви знаєте, ну і останній день воскресіння, це, звісно, самий такий головний день перед Великим постом. Здесь праздник шел повним ходом. Во-первых, в этот день все просили друг у друга прощения. У родственников, у друзей это было обязательно. Прощенная неделя, так она еще называется? Да, прощенное воскресенье. И обязательно в этот день сжигали чучело зимы, то есть масленицы. Марены еще и называли. Да, и в этот день, когда вот горел огонь, в него, в этот костер можно было бросать ненужные вещи, плохие мысли, все беды прошедшего года. И загадывать желания на Новый год. И в этот день за столом собирались все родственники и за варениками с творогом и сметаной. Уже не за млинцами. Не за блинами, а вечером ели вареники с творогом. Вот такая масленица. Я, конечно, и последний блинчик, который я вам сейчас покажу, я, конечно, всем вам желаю, чтобы у вас масленица была очень веселой, очень щедрой, а зять, чтобы возил на машине тещу только по ровной дороге. Ну, а в неделю посмаковать, что там, вареников, и спалить непотреб какие-то там речи. Я так вважаю, что той неделе мы не дорахуемся до кількох депутатов Верховной Рады. Вот мы делаем вот такой вот кулечек, ну не семечки мы туда будем класть, а красную икру. Вот в такой кулечек мы вкладываем красную икру. Смотрите, как мы это делаем красиво. Сверху из розочки можно сделать, из сливочного масла сделать розочку. Да? И у вас получится вот такой вот кулечек, который вы положите на стол. Можно сделать их несколько. И у вас будет очень красивый стол, можно принимать. Вишуканий такий млинець отримався. Да, и принимать родственников. Завертання. Да, своего мужа. И будет очень красиво и вкусно. Но самое интересное, что вот такую начинку, вот в этот блинчик именно, можно делать даже из мороженого. Только постараться очень быстро скушать.
Любов Костянтинівна, ми вам дякуємо за те, що завітали до нас зранку. Я думаю, що після нашої зустрічі ранкової більшість херсонців просто побігла на кухню смажити млинці, запасатися різноманітними начинками. Є ще один спосіб – це зробити мішочок. Ну, ми, мабуть, вже не успіваємо, або ще у нас… На жаль, обмежені ефірним часом, але це привід зустрітися тут ще не один раз на масляному тижні. Дякуємо вам, що завітали і таку… Маленькі побажання всім, хто нас дивиться на наступні вихідні. Хороший, веселий масляний. Дякуємо. Ви дуже смачно розповідаєте. Спасибі.